Участие в подписании документа приняли руководители, генеральный директор «Газпром» газораспределения «Саранск» Владислав Портнов и начальник главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин. Соглашение во многом упростит дальнейшую работу, хотя сотрудничество между двумя организациями всегда было активным и конструктивным. Взаимодействие с МЧС – это очень важное направление нашей деятельности. Мы это осознаем и вот точно могу сказать, что в Республике Мордовия у нас взаимодействие хорошее. И оно будет еще лучше. Соглашение предусматривает проведение профилактических мероприятий и разъяснительных бесед с населением о безопасности в быту, а также о безопасном использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Заниматься этим будут сотрудники МЧС и специалисты газовой компании. Это важная работа, ведь неправильная эксплуатация газового оборудования может привести к чрезвычайным ситуациям и к человеческим жертвам. Взаимодействие совместное. Но помимо работы непосредственно с людьми, «Газпром» занимается взаимодействием с абонентами напрямую. Мы работаем с людьми как в рамках профилактической работы. То есть здесь вот мы называем, может быть, эти взаимодействия чуть-чуть по-разному, но суть и предмет нашей работы вот один и тот же. Донести до людей безопасные правила пользования газовым оборудованием. Валерия Новикова, Сергей Соколов, «Народные новости».